Доброе утро, чемпионы! Как вы? Я, как обычно, полен сил энергии. Как обычно, полен сил энергии. Проснись, скажи доброе утро, мир! И все будет супер! Ах! Я на тебе идеально. Идеально. Там лучший вкус. Так, натуральный вкус, может быть, не самый лучший советский. Хорошо, хочу сказать. У нас Москву закрыли на карантин. Да-да, на неделю. 30% населения осталось без работы. Что у нас закрыли площадки. Ну, я это снимал в предыдущем видео. Прикрыли площадки, прикидывал к родителям. Хожу, у меня бедёр, у меня одна дача есть. Он сейчас на даче отдыхает, а вот у кого нет дачи. Что делать? Площадки закрыты. Все, Москва на карантине, ребят. 30% населения осталось без денег. К чему я говорю все это? Ребята, занимайтесь интернет-предпринимательством. Откройте свой интернет-магазин. Сейчас возможно открыть свой интернет-магазин без выражений. Вот же вам. И перекупать не надо. Таким питанием договаривать, даже не только деньги, а еще и радость, это еще и здоровье, красоту, молодость. Откройте себе этот магазин без выражений, ни копейки не потратить на него, и вы сможете зарабатывать на карантине. Это лучший выход из карантина, ребят, лучший выход из поражения. Сейчас все закрывают, истребляют народ, коронавирус, индийская чума какая-то еще приехала. А я не чихну, пися заболела. Ходите в масках в общественном месте. Не гдулите. Вообще никуда не ходите. Сидите дома и занимайтесь предпринимательством. И зарабатывайте, бабушки. И летите на море. Купаться, загорать, отдыхать. На Кавказ. На Кавказ. Или в Сибирь. Ну какая Сибирь? Летите, отдыхай. Видите, кто уже бодрый? Кто выпил? Зачем работать на кого-то? Зачем тратить 8, 12, 15 часов своей жизни ради 2-3 тысяч? Вас это научили в школе. Что так должно быть, а вы верите? Никто в школе не учит финансовой свободе, финансовой грамотности. Никто, никому это не надо. В общем, продукт супер. Чувствую себя отлично. Стул нормализовался. Человек, я говорю, упал. Неудачно немножко, прыгнул. Нога подбарывает немного. Сейчас подбарывает сильнее. Сегодня уже меньше. Это за счет этого в том числе. А я за счет самовнушения, ребята. Все хорошо. Я здоровый и счастливый. И вас всех люблю. До завтра.